игра. Последний уровень просто песни в этой игре. Зачем я пошел за бутылкой? Ну ладно. Масло залью. Да, надо, чтобы задняя нога робокопа стояла где-то на середине платформы с лестницей. Ага, еще эмуляция того, как кинескоп садится. Эмуляция мамки, которая за компьютер прогоняет. Хватит играть. Чтобы все реалистично, все как в жизни. Уроки сделал уже. Чего ты сидишь играешь-то? Чё, мне в детстве не давали особо играть, пока я уроки не сделаю. Ну, в принципе, наверное, это нормально. Сами сидели и играли вот в эти игры. Вырастешь, тогда и будешь играть. Привет, Серж. У меня от школьного друга прятали мышку, клаву, пароль на комп ставили. Провода, там питание тоже. Чтобы не играл. Он все время находил способ, как поиграть на компе все равно. Я не знаю уж. Кто находил, где там что от него спрятали. Кто подсматривал пароль, когда там вводили. А как успехи? Ну, с переменным успехом, скажем так. Игра противится. Хорошо. Блин, ну ладно. Может, оно и к лучшему. Жизнь... Получим на следующей тренировке.
Удобно. Командная работа. Нет, этого не проходил. Я проходил третьего и второго. Третьего много раз. Второго парочку, может. У нас стриме один второго я проходил. Ну я играл там, кто-то на рулетке, может Фрог его реквестил или еще кто-то. Пикачу, когда я просто несколько раз подряд пытаешься пройти, не получается, то, естественно, я пытаюсь быстрее проходить те моменты, которые не нужны, которых и так все понятно. У меня такой казуальный спидран автоматом включается, когда я где-нибудь в конце умираю. Я стараюсь быстрее до туда топать. Я мог бы публиковать все просто свои видосы прохождений, и во многих случаях я был бы в топ-10, наверное, потому что эти игры просто никто не спидранит. Но для жесткого времени нужно
очень-очень любить игру и любить спидраны. Чтобы жесткое время делать. Нет, не проходил. А я вот, например, у тебя и у Стэнза смотрю Ватмана часто. Ватман просто... Сам спидран интересно смотреть, и музыка в игре четко. Конечно, лучше слушать нормальную музыку, чем отстойную. Особенно если ты там многие часы ранишь. На ПК, ну и на консольках есть мессенджер. Наверное, скорее 16 битков. Я слышу, ее так называют. Или там разные еще режимы. И это есть. ПЗ. Не знаю, Факермак. Я думаю, что нет разницы. Я думаю, что сидя садится лишний раз, на это время тратится. Ну, можно попробовать. В принципе.
Интересно, если время кончится, жизнь тоже обновится, да. Этого мы еще не убивали. Директива 4, директива 4. Дик, ты уволен. Все, что ли? Директива 4. Хранена. Вот. Спасибо за кооперацию. Держитесь подальше от проблем. Вот и вся игра. Спасибо за GG. Основная идея была в том, чтобы донести дополнительную жизнь до босса финального. И тогда я как бы мог бы хоть что-то делать. Я просто не знаю, честно, вот не знаю, где взять столько еще времени, чтобы его было нормально убивать. Может, все-таки можно его дополнительным оружием как-то бить. И это будет быстрее, хрен знает. Спасибо за GG, ребят. Кто тут остался? Еще. Вот. Ну, получается, закрыли Робокоп на Дэнди, все три прошли. Ну, мне кажется, в этом Робокопе, если вот жизнь не донести до финального босса, то жопа. Вообще нереально. Оптимизация спидран нужен. А Факер Мак, я же пробовал автомат другой использовать, который быстро стреляет, но у него дальность низкая. Пушка вроде как мигала, стала постоянно мигать, но урон почему-то по ней не проходил. Я не знаю.